ты мой сладкий мальчик. Тогда похороны. Ты видел ее лицо, когда она это говорила? Просто... Всем привет! С вами новый выпуск Вока Спешл. И сегодня с вами Ярослав. И с вами... Ваша любимая пара. Чем занимаетесь? Как провели эту неделю? Сегодня опять будет меня морально уничтожать этот человек. Что было дальше? Шоу, в котором Настя не знает, что за кино, но мы пытаемся угадать. Итак, значит, сцена выглядит следующим образом. Если вы пропустили предыдущие 5 секунд, мужчина смотрит на дверь. Что было дальше? Если долго всматриваться в дверь, дверь начнет всматриваться в тебя. Это же Чарли Шин, и там на двери написано «Пердариум», и там он заходит в туалет. Ну, короче, это «Доктор Сон» последний фильм. А я знаю только одно чисто из трейлера. Наверное, буковки так хуй, там мёрдер будет. А, там Red Room. Он зайдет, а там ледяная комната? Он зайдет, а там огненная комната? Может, он зайдет, а там женская комната? Он подходит к двери, берет такой за ручку, об нее обжигается, а там Маклей Калкин на лестнице разогрел и смеется на нем. А, так он просто типа, ну, дернет такой закрытый и пойдет домой. Короче говоря, персонаж... Юэна Макгрегора, у меня проблемы с этим актером, подойдет и посмотрит в дверной проем, как это было в фильме «Сияние», потому что это мальчик из фильма «Сияние», который, судя по всему, переживает снова, называется он «Ловец снов», наверное. Вау, так надо смотреть, получается. И самое ужасное, что это вот в таких фильмах идет эта зловещая музыка. Зловещая музыка, знаменитый персонаж. Я вспомнил. Это паранормальный Веллингтон или... Нет, это Дашин любимый фильм, как его? Это «Славные парни». Да, это что-то вот такое, «Козырные тузы» и «Славные парни». Нет, это «Славные парни», этот мужик, а этот Гослинг. Блин, это про ту деваху в желтом платье, которая убегала, да? Это же этот фильм. Подожди, Стасик. А что здесь могло быть? Они оборачиваются, а там стоит ребенок и смотрит? Насколько я помню, они, короче, кидают труп. Потом такие смотрят за забор, а там куча трупов, да? Все, я вспомнил. Там пропасть, ну там низкий обрыв. Он скатывается сильно вниз, типа в деревья падает. Не знаю, давай пойдем ва-банк. Они кидают, а там Чубакка такой сидит. Тогда похороны. Сбросили, ну, потом прошло 3 дня и похороны. А подожди, а там не будет какого-то... Ужин там чей-нибудь какой-то из семьи и на стол к нему пойдет, да? Супер. Я уже и забыл про это. О, блин! Ну, конечно, конечно. Это смешной гэг был. Отличное кино вообще. Славные парни, огонь. Мы пришли увидеть Аслана. Знаешь, когда я последний раз смотрела «Хроники Нарнии»? Никогда. Вот когда они вышли. Никогда. Типа 10 лет назад. Ну, это «Хроники Нарнии», короче. А, то они говорят, мы пришли увидеть Аслана, и тут такой, выходит Аслан. Жи-жи есть, ребята. И этот Аслан выйдет из шатра. Пришел увидеть их. Он выйдет, и тут у него так будет шерсть развиваться. Он такой, скажет что-то патетичное очень. Выйдет лев. И все. Не смотрел и не буду. Я вообще... Не, я знаю, сейчас выйдет лев из хаты. А, да? И такой вечер в хату, все. Ну, я просто знаю. Ну, он, наверное, из палатки величественно так вылезет. Да, из шатра. А кто из них двоих колдунья? Это дети просто.
Правильно, потому что колдунья — это Надежда Бабкина. А, нет, она вовсе не колдунья. Номер 212. 99. Ну, это Джокер, короче. А, это Джокер, я Джокера не смотрел до сих пор. И что? Ну смотри, скажи, моя рука быстрее. Ладно. Ну слушай, я просто предположу, он залезет в холодильник и закроется. А ты смотрела? Мне кажется, да, но я не понимаю. Ну то есть, типа... Я знаю просто, что будет и на чем остановится. Так, так, ну... Он залезет в холодильник и закроет дверь, и потом будет такой молчаливый кадр. А, так это Индиана Джонс получается? А знаешь, как будет? Он залезет в холодильник, будет секундная такая пауза, а потом он вылезет в Нарнии и скажет: я пришел увидеть Аслана. Ладно, я почему-то предположил, что он сейчас в холодильник залезет и закроется. А, да? Класс. А потом ядерная бомба. Блин, а прикинь, смонтажить, он залазит в холодильник, и тут ядерная бомба, он взлетает, такой холодильник падает, и оттуда вылазит Индиана Джонс. Да. Блин, ну скажите, что крутая сцена в Индиане Джонсе, когда он в холодильнике спас от ядерного взрыва. Хорошо. А что за фильм это? Джокер. Ну да, все, теперь точно вижу. Конечно, смотрела. А мы не с тобой в кино смотрели? Не, боже, я ходила с одним... Не... Угу. Мне сегодня исполнилось 40 лет, а я в превосходной форме. Может кто-нибудь из вас, женатиков, повторить такое? «Укрощение строптивого». Вот это очень прикольный фильм. Он, я не знал, что там группа «Сябры» снималась. Не знаю, он запрыгнет на стол и типа станцует. По-моему, он на две руки сейчас станет. Он сядет на шпагат. Нет. Он залезет на стол, делает сальто. Станцует на барной стойке. Так. Он залазит на стол и кричит: «Халк, бить!» и прыгает в окно. Я могу продолжать долго. Нет, не продолжаем. Но он перед этим такой начал: ты был там силачом, ля-ля-ля, берет чувака в армрестлинг. Ты, у тебя было копна волос, там вот этот лысый стоит, капитан Прайс, такой типа: а ты был там этим, вот этому, в очках, говорит, у тебя было орлиное зрение. Там, то, что он сделал. Может, въебал две бутылки пива? Нет? Открыл Counter-Strike. Ну он там что-то классное. Отжимался? Отжимался, да? А мне почему-то казалось, что наш попугай садился. Может кто-нибудь из вас, женатиков, повторить такое? О, ты говоришь, что ровно. Ерунда. Тренировался, чтобы доказать. Ну и что? А характер, что нос клярный. Следите за руками. У меня так попытался сделать, растащил все лицо себе. 6 лет в коме лежал. Ладно, давайте дальше. Очень красивая они пара, конечно, с этой девушкой, потому что за красоту отвечала она. Арнелла Мути. Арнелла Мути, да. Нет, ты послушай, стадо обезумевших курток захватило остров. А, куртки. А почему он держит кетчуп в руках? Это горчица. Горчица. Блин, почему именно эта серия? Черт, мне кажется, я пересмотрела «Друзья» миллиард тысяч раз. Откусил себе палец. Съел чили, всю банку со спуга. Либо, может быть, он сейчас возьмет в рот руку, она в клей, и она приклеится к нему. Сел на диван вот так вот с друзьями. Он увидел Джоа в куртке, руку типа он делает так, кричит, потом переведется кадр, убери, переведется кадр на Рэйчел. Все, я понял. Он на секунду увидел будущее, в котором стало понятно, что он будет известен только по этой роли. Ладно, что будет дальше? Ноль предположений. Нет, ты послушай, стадо обезумевших курток захватило остров. Это же было супер очевидно. Мы глупы. Позвольте констатировать. Хотите хоббита? Идите, возьмите. Ты видела ее лицо, когда она это говорила? Просто... Не смотрел хоббита? Вы хотите взять хоббита? Я предполагаю, что они начинают бежать по воде, а она кастует какую-нибудь суперсветовую магию 743 уровня, и они просто не могут ехать, потому что там какая-нибудь световая оборона. Я не смотрел этот кино, я не знаю. Ну, я не
знаю, смотри, что лет у него 20. Есть кольцо. Так это нет, это же относительно. Ой, это да, новое. Это первый «Властелин колец». И первый, да? Они сейчас будут возле водички топтаться, потому что они не могут ее перебежать. Я думаю, «Хоббит» что-то такой. И все лошади такие умирают. Нет, либо в этот момент как-то Гэндальф белый прилетает на драконе, и такой да, говорит, дракон. Пошли отсюда. Бог из машины, этот рояль в кустах, блин, дракон. Ну, типа, наденет кольцо, и что-то будет сделано. Алло, его накрыло. Я просто благородно отдаю тебе бал. Ну, она шепчет, надо умываться по утрам и вечерам, и водопад из коней бежит на... не на, на сгулы, а кто это, на этих, короче. Как тебе больше нравится угадывать, что было дальше, или по кадру просто угадывать, что за фильм? Пишите свои ответы в комментариях. Но если вдруг вы захотите, то все эти фильмы можно найти. Где, Даша, не напомнишь? Можно найти на Вока. Прям все? Прям все можно найти на Вока. Хотите вы их смотреть, не хотите, вы все равно их можете найти. То есть это не запрещено законом, это даже приветствуется. Всем пока. Пока, ребятки. Всем пока. В общем, ставьте лайки, пишите комменты, подписывайтесь на Вока Вок. Пока. Ладно. О, а давайте в следующий раз мы будем, короче, показывать вот трансформеров из всех серий трансформеров. Как вот они стоят такие, когда в двуногом режиме, и они начинают трансформироваться, и мы, да, будем угадывать. Это Хамби, это вертолет, это мотоцикл. Блин, тема же, да?